Уже на протяжении 6 лет в Славянском филиале Кубанского государственного университета работает собственный храм, который носит имена святых родноапостольных Кирилла и Мефодия. Каждый год в День знаний в этом храме проходит молебен, который призван помочь студентам и педагогам в покорении Олимпа знаний. «Их же и памятны не совершаем, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любит». Новороссийский и геленджикский феогност не первый раз проводит молебен в честь Дня знаний в храме, расположенном в здании Славянского филиала Кубанского госуниверситета. После молебна епископ сказал несколько напутственных слов студентам университета. У вас есть храм. Представляете, какое счастье. У вас есть храм. Не во всяком вузе есть храм. То есть вы можете исповедаться, причаститься. А это условие для того, чтобы быть вот этим тем хорошим, к которому мы все стремимся. Но иногда забывают, думают, что только если внешний будет. Внешний можно привлечь, конечно же, и человек будет замечательный, красивый, все. Но в жизни он окажется совсем не тем, кем он себя выдавал. Не забывай, зачем мы пришли. Мы пришли для того, чтобы получить знания. И поэтому постарайтесь собраться, мобилизоваться, потому что больше у вас такого возможности не будет никогда. Это время отпущено для учебы. Постарайтесь все-таки использовать. На память и во знаменовании нового учебного года Феогност подарил студентам иконки «Прибавление ума». К этой иконе обращаются за помощью в учебе, избавлением от душевных заболеваний и просветлением мыслей. Напутственные слова студентам выразила исполняющая обязанности директора филиала Ольга Леус. Все задачи, которые перед нами стоят, а самое главное, конечно, это быть человеком и хорошо учиться, быть образованным человеком, обязательно мы выполним. Студенты, в свою очередь, задали Феогносту интересующие их вопросы, на каждый из которых гость ответил. И пожелал, чтобы в этом учебном заведении шло гармоничное развитие физического тела и души. Ведь педагоги, которые будут выходить из его стен, должны быть примером для будущих учеников. Мария Климова, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».